Томские каратисты выиграли две медали на Кубке Европы. Артем Ляликов и Виктор Беляев приняли участие в престижном международном турнире в английском городе Кроули. Домой спортсмены вернулись с огромными кубками, а также золотой и серебряной наградами. Кубок Европы, являющийся одновременно и регулярным открытым чемпионатом всей Великобритании, у мастеров Кёкусинкай считается одним из самых престижных международных турниров. Татами в Кроули всегда собирают бойцов не только Старого Света, но и других стран. Поэтому победа здесь всегда ценится вдвойне. Это был очень сильный состав участников. В финале я встретился с бойцом из Франции. Было два дополнительных времени. Ляликов Артем один из всей российской команды, который принес золото на всю команду, то есть первое место. И он выполнил, кстати, норматив мастер спорта международного класса. Серебро Виктора Беляева тоже хороший результат. Томич много лет шел к международному подиуму и впервые смог взойти на него лишь год назад на чемпионате мира в Екатеринбурге. В Кроули Виктор уступил сопернику из Литвы лишь по решению судей. Бой просто был упорный. Все три раунда мы дрались полный регламент времени. Но судьи по завершении трех раундов отдали победу литовскому спортсмену. Виктор Беляев также доказал свое мастерство. Совсем недавно, буквально год назад, он стал чемпионом мира. И данная победа как раз доказывает, что...